Всем привет, дорогие друзья! И в этот замечательный весенний солнечный день мы отправимся с вами в прекраснейшее место. Итак, сегодня мы отправляемся... 600 метров, поверните налево. Да. Итак, мы отправляемся сегодня в увлекательнейшее путешествие на горнолыжный курорт «Лесная сказка». Сегодня прекрасная погода, светит солнце. Я очень надеюсь, что там будет немного народу. Вот. Все-таки праздники как-никак. Хотя в праздники обычно там много народу. Ну, мы посмотрим. 400 метров, поверните направо. Ну и сегодня при дневном свете я постараюсь закрепить навыки, которые получил за последние несколько недель на ночных катаниях. Хотелось бы отметить первую свою ошибку, да, сегодня при дневных катаниях. Потому что, ну, первый раз я на дневных катаниях, обычно катался ночью. И самая большая моя ошибка, что я не взял ни очки, ни маску. Потому что, ну, солнце дичайшим образом режет глаза. Вот, поэтому придется очень-очень долго привыкать. Несколько слов о состоянии доски сказать. Ну, доска, в принципе, ведет себя хорошо. Краска почти не отвалилась. То есть то, что мы с дядей Доном когда-то накрасили, имеет право на жизнь. Поехали. Кстати, для тех, кто до сих пор еще хочет научиться, но не начал, скажу вам самые главные вещи. Для того, чтобы научиться ездить на сноуборде, необходимо всего лишь одна вещь. Это ваше желание начать и не откладывать это на следующий сезон. Благодаря видеоурокам Алексея Соболева, Лёш, если ты меня когда-нибудь будешь смотреть, спасибо тебе большое. Исключительно благодаря твоим урокам мне удалось встать на доску. Если говорить о том, что сноубординг или лыжи – это весьма дорогой вид спорта, то нет, я совершенно с вами не согласен. Потому что при наличии смекалочки и, опять-таки, интернета, можно отыскать достаточно недорогое оборудование и прекрасно пользоваться им на склоне. Итак, что можно сказать о дневных катаниях? Ну, во-первых, это ни в какое сравнение идет с ночными. То есть ночью все не так, все по-другому. Трасса кажется страшнее, ехать как-то неудобно. Ты пытаешься, что-то делаешь, ничего не получается. Днем не получается как-то меньше. Потому что, ну, спуск, который я сейчас одолел, ни разу не упал. Впервые мне, ну, так легко дался. Обычно я вот на том спуске
падал, переворачивался, не знаю, с чем это связано. То есть то, что я сегодня уже шестой раз приехал, или снег лучше, или все-таки опыту добавилось, ну, сложно сказать. Но то, что проехал я его быстрее и в разы качественнее, чем это делал ночью, это однозначно. Как я и говорил, сумасшедшая ошибка ездить днем без маски, потому что глаза слезятся, трындец. Вот. Ну, как-то вот так вот. Не, ну однозначно как-то лучше стало. Ну что, друзья, можно считать, что сезон горнолыжных катаний 2021 подошел к концу. И сегодня я его прекрасно закрыл. Вот. Спасибо, что смотрели до конца. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.